Дорогие друзья, сегодня у нас 11 сентября. Ну а мы продолжаем работать. Сегодня нам надо разобрать вот эту вот кучку. Сейчас покажу. В общем, обычный КамАЗ песка. Тут распланировать, собственно. Трактор у нас работать будет Yanmar 255FX. Вот такой трактор с куном. Очень старый. Возможно, конец 80-х, либо начало 90-х годов. 4WD. Кун у него 350 килограмм. Здесь вот так вот он выглядит. Коробка полуавтоматическая. Ну и что, будем смотреть, как у нас это все получится, как быстро. Ну вот и все, друзья, практически все разровнялось, тут осталось мелочь. И все сместили кучу куда надо, в ту сторону. Растянули ее по участку. Трактор Yanmar FX-225. 15 минут времени максимум, наверное, ушло, не более.